Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Доброго ФПС, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами снова Шустрил, и мы продолжаем гонять в Булли, в этого четкого паренька, который... Элджерон, мать твою! Почему ты вечно портишь, значит, мое вступление? Так, у нас есть задание, есть уроки. Какой урок? Урок, 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 урок. Какой урок? Я не хочу битву с понтом, я хочу знать, какой урок. А, урока уже нет. А, нет, вот музыка 4. Не-не-не, музыка это гонка Лолы. Не хочу гонку Лолы. Хочу, вон, битва понтовых неплохо звучала. Стеклянный дом, кстати, еще это почтальон. Я почтальона в рот шатал. Так, да нет, не хочу. Гонку, не стеклянный дом. Битва с понтовых. Во, все точно. Иди, иди, старая сама сидела. У меня денег вообще, я богатый, я олигарх, я сын олигарха. Ко мне не стоит подходить, ты посмотри, как я одет, сразу поймешь, у кого есть деньги, у меня нет. Дополнительная подработка мне вообще не нужна. И вообще ни к чему. Ты взрослый, интересно? Вроде как нет. Оп, оп. Оп, да, ты не взрослый молодой человек. Вставай, мать твою. Алжирон, ты сейчас тоже отгребешь, я тебе отвечаю. Если думаешь, что не отгребешь, то отгребешь. Подсека, Алжирон. Почему? Види, как залагало. Подсека, сказал Алжирон. Сученыш, мать твою. Я же сказал, не предлагай мне деньги. Они мне нужны. По-любому там задание какое-нибудь. Я хочу, чтобы ты сопроводил меня в туалет, а я тебе дам $3. Чертов, маленький жирный ублюдок. О, на меня теперь врываются понтовые, я думал, они меня любят. Я им помогал там, они мне помогали кубок. Ну, правда, в последнем здании я расстрелял 300 500 миллионов понтовых. Это была ошибка. Так, типа, сейчас. Это была ошибка. Я буду стрелять по тебе с имбы. А понтовые такие, заметили? Ну, как бы это так сказать правильно. Жирные парни. Одного понтового этих я ваншотил, по-моему, мажорчиков, да и обычных хулиганов, а вот с понтовыми проблема небольшая. Эти парни просто так... Ой, господи, слушай, не ваншотятся! Не ваншотятся, так, пошел нахер с байка. Не знаю зачем, просто я вот дошел. Битва с понтовыми. Посмотрим. Отстой по телеку, никогда не бывает ничего хорошего. А что, I think I'll take it. Говорит, я заберу ваше место. Все надо, Хопкинс. Съебались на. Ну, кстати, у меня же, наверное, есть какое-нибудь жесткое что-нибудь. У меня рогатка тут есть. Оп. 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 Я пользуюсь. Жирный, жирный. Сейчас будет нормально. Сейчас, еще. Сначала с тобой, я просто хочу повторить трюк толстого, как он меня завалил, так же ему лупить. Ну-ка, поехали со мной, пухлышечка. И попер... А, не, подсеку. Подсеку они, кстати, никогда не блочат. Это вообще самое классное, что может быть. Встал. Так, так. Из головы. Вообще просто невероятная стратегия. Что, еще парочка есть? Ожидаемо. Талма. А парень черный стоит и просто смотрит. О! Какого черта? О, так слышишь, черный он толстый. Нет, не толстый. Точно так же его подсека берет, как и все. Что с ними происходит? Обращайте внимание, что они как-то безразличны ко мне. Ну вообще. Раз, два, три. Замечательно. Раз, два. Сюда, и сюда, мать, не брюта. Раз, два. И с ноги. Три. И этого поднять просто на спайнбастер, сучка ты. А... Ну все, остался только ты, черный. И никого больше. Господи, вы уже такие смешные, ребят. Оп, упал. Это было, по-моему, все. Ты заслужил пропуск. Заслужил пропуск? Да я отмудохал половину понтовых. Они теперь просто будут бояться ко мне подходить. Доступная точка сохранения. Парни тут сидели, бухали, смотрели телек, а тут внезапно влетел Хопкинс и разобрался. Что это за игра? Манки Флинк. Не, в топку Манки Флинк. Надо теперь пойти по сюжеточку продвинуться. Вон колонна, говорят. Господи, что ж такое? Меня аж кто-то смотрит. Не-не-не-не-не, иди к черту, мать твою. Тут салют, смотри какой. Отвлекись на салют. Ладно, гонка Лолы. По-любому сейчас будет гонка на велосипедах, и все будут... И Лола мне скажет... Конечно, я тебя люблю, Джонни. Нет, ты не любишь. Любовь сложная, что ли? ТПшка. Get off. Oh, I love it when you get angry, Johnny. I really do.
You're so bestial. Hey, Jimmy. Hey. What are you doing Привет. Here? Looking for you, Johnny. At Lola's house? Yeah. Be nice to each other. You know what I like about you two. You're both so straightforward. So quick to judge. So... Походу, будет замес. Ain't no one fast like me. Really? So you could beat Jimmy in a race? Definitely. I heard he was pretty fast. This little twerp? Give me a break. Кто-то без головы сейчас останется. Я кому-то сейчас вырву ноги и ставлю ему в уши, чтобы он не мог участвовать в гонке вообще. А это такая шлюшка. По-другому не скажешь. Самая настоящая. Проститутка! А, ну вот и гонка. Нет шансов против Джонни и его мальчика. Пошли к черту. Просто лучший. Просто король скорости. Просто мастер велосипеда. Уи. Просто человек педали. Просто нитробайк. У меня даже слов нету. Просто король дороги. Что, хочешь подраться? Ну, давай подеремся. Уже не хочешь, мужик? Сейчас тут прыжок. Воу. Вот это было норм. А срезать, интересно, можно было? Наверное, можно было. А да, вон чувак срезает, смотрите, в наглую срезает. Но, смотрите, ну тут это как-то такая плотненькая гонка. И я бы сказал, а если поезд? Бля, чисто Crash Bandicoot саундтрек. Ну просто как король гонки. Вот и поезд, кстати, был слева. Можно было, наверное, под него влететь. Ну, вот, 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 я об этом говорю. Ну вы поняли. Вы серьезно? Вы это только что серьезно? Быстрее, мать твою, Хопкинс! Хопкинс! Не позволить им галимым господи Иисусе Понтовым обойти тебя из-за того, что тебя какой-то вагон остановил и забагал. Нахер, Винсент. Нахер. Нахер. Вот так. Первый. Король. Король дороги. Дал фору лохам. Ох, вот это если не прыжок был, то что? Кстати, можно было срезать. Опять. И кто-то, сука, хитрый. Кто-то, сука, хитрый. А я, сука, не хитрый. Он сейчас тут вылетит уже. О, вон, смотрите, гангстер какой. Сейчас гангстер получит. А я могу по нему с рогатки какой-нибудь? Только яйцами могу его закидать. Ну, буду кидать яйцами. Самое время жульничать. Лошара Бекантара. А, не, он опять срезал. Вот сученыш. Это вообще хитрый. Ох, ты че, серьезно? Должен навалять. Говорит, я с тобой просто играю. Ты сейчас слетишь со своего велик. Я не верю в это. Я просто не верю в это. Я просто не верю в это. Все, это конец. Сейчас уже чувствую, скоро будет фитнес. Надо сесть, чтобы нормально все видеть. Это я лежа играю вообще как гангстерок. Быстрее. На прямой. Еще. До конца. Неважно. До конца. Все. Не уровень. Джимми Хопкинс. Нифига себе, прыжочек. Человек-дорога. Он опять, кстати, срезал. Обратили внимание? Этот гангстер опять. До победы. Ну, в общем, сюда. Говорит, не могу обогнать этого. А вот сейчас после гонки мы еще с тобой должны за это самое. Ты увидел. Не отрегулирован был велосипед. Надо, говорит, с ним еще поработать. Ты так хорошо пахнешь. Нет, Джеймс, нет, Джеймс. Ну что за херня? Джимми, пошли ее к черту. Что ты за... Ужас. Нет. Там можно было зазадать несущих, не помню. Аккуратно выбираем цель, аккуратно подходим. Оп.
Так, мать твою. Слышь, а это не Джонни ли? Я смотрю, ребята тут защищают. Короче, вы знаете, что у меня есть. Еще проблема у кого-то. А меня кто-то защищать поехал? А, это коп, я тоже, кстати, вне закона. А. Так. Давайте вот не будем делать поспешных выводов, господа понтовые. У нас тут задание еще одно, перед тем, как пойти спать. Ну, просто обязан его выполнить. А потом отправиться на бокс и прокачать ближний бой, потому что я хочу прокачать ближний бой. А вот гонки я не очень хочу качать. А еще я хочу мопед. О, точило. Как называется? И развалины. Ух ты. Какая жесть. Hey, good looking. What's up? Oh, you're so angry. But I think you've got a softer side. Haven't you caused enough trouble? That's not fair. I'm a nice girl. I'm nice to everyone. Нет. No, everyone hates me. I'm sorry. Well, okay. Лицемерка. But now Johnny and his boys won't even speak to me. Boys can get really jealous when they find out you've been kissing another boy. It wasn't like that. I'm not like that. Okay. But I left all my things in the abandoned tenements where they hang out. My address book, my keys, my perfume, my lipstick, even my laundry. Мне так какая разница? Now I've got nothing. I don't have much money. That's too bad. Maybe you could get them back for me? Ну, хоть их денег не попросила. Bloodthirsty mob of angry greaseballs? I'd be very grateful, Jimmy. Very grateful. Господи Иисусе, Джеймс, ты начинаешь нравиться мне все меньше. На меня уже влетают, слышите музыку? Ну, по крайней мере, влетали. Иди в развалины и верни вещи. Даже трусики, невероятно. Уже второй раз в этой игре меня заставляют воровать нижнее белье девочек. Они, как бы, знаете, людей со всякими склонностями, по-моему, провоцируют. Так, а куда там? Угу. Вот ты один, чувак, вот какие у тебя шансы? Вот ты просто... А, ну ты был с другом, я понял. Ого, нифига себе, он выполнил. А, вот так. А еще. Раз, ну... И мне дают избиение, я просто защищаюсь. О, к ним еще один подъехал, решила. И с ноги ему. И повторим. Раз, ну... А, нет, не получится. Получится подсека. И с ноги ему. А шел к черту, толстяк! На, просто впечатал. А ты что, хочешь быть униженным? Кусок дерьма. Подсека жирный. Просто, конечно, пятеро на одного это не по-пацански, но... Но вас даже это не спросил. Вставай, толстяк. Просто. Спасибо за велик, кретин. Переехал еще этого. Нормально. Хотя бы саундтрек изменили. Вот этот... Как, ребят, понтовая стильная музыка, меня уже просто за это самое запарило. Так, ну вот, собственно, мы, видимо, ребята здесь тусили, если это окно. Да, это окно. Собери вещи Лолы. Ну, пойдем. Нормальное место для житья, для жилья. Здорово. Чё, парень говорит? Нифига себе, у него уйдёт дубьё! Он меня с арматурой ушатал! Давай арматуру сюда, кусок дерьма. Я возьму твою арматуру, пожалуй. Вали отсюда. Давай! Опа! 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 Неожиданно, правда? Что это у нас? Блокнот Лолы. Ну-ка, пойдем дальше. Ребята, кто следующий? Кто хочет получить? Тут есть живые? Ну-ка, ребята, может быть здесь что-нибудь? Ну-ка. Не проламывается. Блин, палку потерял, вот зараза. А палка была мне нужна. Найди, чем разнести. А чем ее разнести? Головой своей, если палка даже не сработала. Надо попробовать кулаками, но, по-моему, так просто не без кали, не ноги, чем разнести стену, если бы меня можно было это кулаками это сделать. Кто? Что? Там парни какие-то были жесткие. Кстати, у меня была рогатка, что это я...
А, вы уже ушли? Ну ладно. А как мне туда пробраться? Что происходит вообще? Я за... В покер катали. Нормальные, ребят. А, вот. Тут, наверное. Опять найди, чем проломить стену. Ребята, это Джимми, говорит. Что, прикройте меня? Я, говорит, ты сейчас полетишь, короче, отсюда, ты выкупаешь. Иди домой. Мне нужна палка. Мне нужна палка, быстро. Иди отсюда. Палка. Поехали. Тихо. Ну палку возьми-то. Отлично. Сюда. Короче, вы, козлы, меня уже достали. Просто. Что ты там? Я ненавижу вас. Я вас ненавижу просто. Смотри, что делаю. Смотри, что встать не даю. Вот ты, толстяк, получишь по своим щекам. Ублюдок обоссанный. Реально, не давали встать еще в этом узком блядском проходе. Ну вот нормальный жирный вообще. Словил по щекам и пошел дальше, да это самое. Йоу. Атака сзади. Фехтование на арматуринах. Ну как, это не арматура, это просто палка. Мне нравится, говорит, что это арматура. Так. Че у нас тут? Губная помада, лол. Я очень рад. А тут что? Найди чем прыгнуть. Да чем? Ну чем? Я уже палки все об них перевел. Только вниз остается прыгать. А я уже внизу был, судя по всему. А что здесь? И здесь тоже ломать стену. Нормальный толчок. Я уверен, он подключен. Так, давайте-ка еще раз подумаем. Что я могу пропустить? Ну-ка, давайте наверх. Что наверху может быть? Там не пройти. Вот так, вон, там наверх был подъем. Вот это я затыкал. Идем быстрее. Надо там затусить наверху как следует. Вечеринка, все такое, голые тёлки. У меня смотрят тёлки. Быстрее. Выше. Оп, что это? Это мусорные бочки, которые можно взять, видимо, отдать именно по голове. Перестрелка, как в Call of Duty. Ну-ка, наберем полную. Оп. Полную. Оп. Оп, добивание. Полную. Оп. Оп, добивание. 3 кока-колы, кстати. Ух, нифига себе, я ж в тебя попал, я даже урон не прошел. Представляешь, мужик, какой ты жесткий. Ты прямо как танк в онлайн-играх. Так. Вот здесь у нас. Да, вот здесь у нас. Мешок с чем-то. Что ты сделаешь? А, вот чем мне нужно проломить. Собираю мусор. Нормально у тебя кувалда. Нифига себе. Это все? Типа ГГВП, я проиграл. Это босс будет сейчас? Ух, нифига, слышишь? Где моя рогатка? Юноша, вы не правы. Все, что надо вам сказать. Нортон, ты не прав. Тебя можно раскатить, как сына просто. Смотри, раз. Ну и что? Я уже нажал автоматически. Смотри, он не хочет, а вот только сейчас навелся. Нортон, ты вообще... Вот это самый гнилой босс на самом деле. Запомните стратегию битвы против Нортона. Показываю один раз. Отличный удар, Нортон. А этот еще лучше. Ну просто человек, который любит махать своей кувалдой. Ты такой лошар, чувак. Это вообще... Это даже я не знаю. И это босс? И это, мать его, босс? Вы видите? О! Хочу его кулаками просто забить, как сына. Нет, кулаками, видимо, не получится. Получится, как обычно. Яйцами забросаю. Надьте яйцами. На яйцам вообще плевать, походу. А нет, не плевать, смотрите, яйцами тоже прокатило. Блин, закидал до смерти яйцами. Господи, боже мой. А можно это бывало как-то... Нет, только так можно и гонять. Ну нормально, что, пойдемте. Вот теперь можно ломать всю фигню, судя по всему. Вот так, раз. Зашел, посмотрел, что куда, что почем. Дверь не нужна.
Нет, дверь все-таки остается на своем месте. Видите, это выход, наверное. Да, вот и он. Ну, теперь можно смело спускаться пониже. Блин, здесь живут люди, кстати, вы обратили внимание, да? То есть нормально. Санитария, подключенные сортиры. Оп! Здрасте, что там у нас? Ключи Лолы. С Мишкой. И в самый низ. Раз. И тут у нас проходик справа. Опачки. А тут у нас что? Флакон духов. А как они сюда попадали, интересно? Они все время сломали. Ну. Тут, вот, грубо говоря, да, тут сюда не зайти. Ну, то есть, если бы не было этой кувалды. Как они сюда заходили? Дверь заколочена, здесь заколочена, заколочена, чтобы как-то проползали сюда. Как Лола могла ставить здесь духи? Или когда она ушла, они решили заколотить это место, потому что там призраки. Понятия не имею. Посылка. Что это лежит слева? Мешочек с шариками. Мило. Уже, кстати, 9 часов вечера, нифига себе. Я спать так и не лег. Быстрее. Быстрее, гангстер. Ты должен. Нет, мажорчики. Вам сегодня не повезло. Джимми, король улицы Хопкинс. Просто. Человек, который любит есть сладкое. Человек, который читает рэп. Человек, который гангстер. Держи. Теперь, как минимум, ты должна меня отстрочить на парковке по-быстрому. Иначе я не пойму. Опять! Да это уже было. Минус 10 понтовых. И, короче, минус. Ну, минус на минус равно что, правильно. Будем потихоньку надеяться на это. А с вами был Шестрила. Спасибо, что были со мной. До скорых встреч и увидимся. Пока-пока.